spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Когда лето в самом разгаре, многие стоячие водоемы достаточно плотно затягиваются растительностью. И для ловли в подобных условиях необходимы специальные приманки. Например, такие, как представленные сегодня в нашем обзоре. Это линейка топ-вотеров под названием Red and Reds. Она производится под брендом Kahara. Давайте поближе рассмотрим эту оригинальную серию. Не зря в названии приманок фигурирует слово Red, что в переводе с английского языка обозначает крыса. Действительно, они достаточно точно имитируют силуэты настоящих грызунов. У них даже имеются объемные глаза и уши. Более того, сзади мы видим мягкий и очень подвижный хвост, длиной порядка 6 см. Отметим, что даже после частичной или полной его потери, топ-вотер зачастую остается интересным для хищника. Длина тела составляет 70 мм, вес равен 22 грамма ровно. Вместо задних конечностей здесь установлены два металлических лепестка, как у вращающейся блесны. Они крепятся на вертлюгах и имеют высокую степень подвижности на 360 градусов. Такие элементы при проводке колеблются, создают различные водные вибрации, блестят и тем самым дополнительно привлекают хищника. Сам корпус полый и выполнен из очень эластичного материала. Такое свойство необходимо для того, чтобы во время поклевки он легко продавливался и оголял острые жала для эффективной подсечки. Кроме этого, находящийся внутри воздух придает мышке положительную степень плавучести. По сути, это одна из самых эффективных форм незацепляйки для самых густозаросших участков водоема. В цветовой палитре представлено порядка десятка вариантов раскраски. В своем большинстве это реальная имитация существующих грызунов. Но кроме привычных нам различных серых оттенков, есть и яркие фантазийные, которые хорошо видны на фоне водной растительности с большого расстояния. Для оснащения применен соразмерный двойной крючок. Он достаточно прочный и острый. И что особенно важно, все время направлен жалами вверх. Это еще одно свойство, которое помогает практически полностью избегать зацепа водной растительности за двойник. Крепление клетки застежки или поводку осуществляется через переднее металлическое кольцо. И не забывайте, что при ловле щуки необходимо использовать надежный поводок. Проводить приманки подобного класса можно разными способами. Главное – максимально точно подражать поведению живого прототипа. Это могут быть плавная равномерка, стоп-н-го и движение рывками. Но основными трофеями могут стать щука, ленок и таймень, а также более экзотический змееголов. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.